Макс снова готовится удивлять гостей. Масштабный авиасалон стартовал сегодня в уже привычном месте, подмосковном Жуковском. До 20 июля планируются дни официальных и бизнес-мероприятий. А вот с 21 по 23 июля – дни массовых посещений. Зрители «Макса» 2017 впервые в истории авиафорумов увидят воздушный бой на малой высоте на истребителях Су-35С, который покажет пилотажная группа «Соколы России». Помимо традиционных воздушных фигур пилотажа, летчики исполнят несколько новых трюков. В этом году на «Максе» впервые будут представлены опытные прототипы вертолетов Ми-38 и Ми-171А2. Также летчики исполнят фигуры высшего пилотажа на итальянских самолетах. Демонстрационные полеты запланированы в дни массового посещения 21, 22 и 23 июля. Дни проведения салона «Макс 2017. Правопорядок и общественную безопасность участников и посетителей салона» будут обеспечивать более 2000 сотрудников правоохранительных органов. Также предусмотрены 3 рубежа контроля и досмотра. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.